В этом видео вы узнаете, как создавать потрясающие анимированные фоны в программе Adobe Premiere Pro, выполнив всего лишь несколько простых действий. Всем здорово, чуваки, вы на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и давайте прямо сейчас так After Effects возьмем, сомнем его и выкинем куда-нибудь в мусорку, потому что сегодня нам понадобится только Premiere Pro, ведь именно в нем мы будем создавать анимированные фоны для наших видео. Знаете, создание фонов в Adobe Premiere Pro может показаться сложной задачей, потому что многие думают, что для этого нужен именно After Effects, ну либо какая-то другая программа. Но на самом деле все гораздо проще, чем вы думаете, ведь нам понадобится всего лишь 2-3 стандартных эффекта, чтобы создать реально потрясающий красивый фон. Поэтому по классике переходим в программу Adobe Premiere Pro и начнем создавать анимированный потрясающий фон прямо сейчас. Итак, первым шагом является поиск картинки, которую мы будем анимировать в Adobe Premiere Pro. Поэтому пишем, например, фон в клетку. Переходим в картинки и выбираем любую понравившуюся нам картинку. Например, я возьму вот такую вот клетку. Импортируем картинку Premiere Pro. Можно растянуть ее как вам угодно. Давайте scale вот так увеличим. И для анимации фона нам понадобится всего лишь одна вкладка в Adobe Premiere, которая отвечает за искажение. Это вкладочка Distort. Переходим во вкладку эффекты, Video Effects и ищем папочку Distort. Вот она, открываем ее. Здесь мы видим несколько эффектов, которые отвечают за различные искажения. И для начала мы будем использовать эффект под названием Turbulent Displays. Переносим его на картинку. И как вы можете заметить, картинка у нас поплыла. Естественно, при перетаскивании ползунка у нас ничего не изменяется. Поэтому мы должны зайти в эффект Control и изменить некоторые параметры. Например, мы изменим параметр Evolution. Мы поставим сюда вот так вот часики, ключик. И через 5 секунд вот так вот параметр изменяем. Как будто бы мы смотрим на дно бассейна через воду. Ну и теперь можно заметить, что мы уже создали анимированный фон. Но, естественно, нужно его немножко приукрасить. Мне бы хотелось не черной линии на белом фоне, а наоборот, инвертировать эту картинку. Для этого перехожу в эффекты и закидываю в папочке Color Correction есть эффект Tint. Перекидываю также на картинку. Черный меняю на белый, а белый меняю на черный. Тем самым у нас инвертировалась картинка, получилось что-то такое. Но это недостаточно красиво, наверное. Поэтому опять переходим во вкладку Effects и применяем эффект из папочки Impressive Video под названием VR Glow. Накидываем его на картинку, пока ничего не поменялось, потому что нам нужно изменить параметры этого эффекта. Luma Threshold мы уменьшаем, тем самым у нас появляется такой как бы фейд, да, картинка так сереет, так скажем. Но мы Glow Radius также уменьшим, для того, чтобы у нас, как вы можете заметить, появилось свечение линий. Ну и также можно с Brightness поиграться, например, сделать темнее свечение, либо ярче. Например, мне хочется вот так вот. И Glow Saturation мы можем также насыщенность цвета делать, но так как у нас белый, естественно, ничего не поменяется. Ну и если захотим, мы можем сделать свечение другим цветом. То есть, если линии у нас белые, то мы можем здесь, например, Use Tint Color включить, поставив галочку, и Tint Color поменять на какой-нибудь другой цвет, например, красный. Тем самым у нас линии будут оставаться белыми, а само свечение будет уже проявляться красным цветом. И Glow Saturation тогда можно уже либо делать насыщенней, либо немножко насыщенность прибрать. Ну, например, я не знаю, давайте можно какой-нибудь желтенький сделать. Согласитесь, теперь выглядит это гораздо прикольней. Ну и также мы можем еще прозрачность этого слоя немножечко уменьшить. Переходим в Opacity и уменьшаем прозрачность нашей картинки, например, до 35%. Что-то вот такое получается у нас по итогу. И теперь мы, например, если хотим, мы можем использовать какой-нибудь текст, накинем сюда и напишем Мишарин. И я выберу здесь шрифт какой-нибудь, не знаю, вот такой, отцентрую его. Ну и тем самым мы можем писать какой-нибудь текст на вот таком вот анимированном фоне. Такие фоны можно использовать вообще где угодно, на что фантазии вашей хватает. Например, эту картинку можно вот так вот уменьшить, а на фоне будут эти полоски вот так всячески искажаться. Но это только один из вариантов, как можно создать анимированный фон в Adobe Premiere. Давайте создадим еще один вариант. Для примера я скачал еще одну картинку, где клетки уходят куда-то в глубину. И опять же переходим в папочку Distort, но будем использовать эффект под названием Wave Warp. И здесь, когда мы его накидываем, он уже анимирован. То есть мы можем сразу наблюдать вот такие вот прикольные волны. Да, их можно, конечно, в эффект Controls перейти и немножечко подредактировать. Например, волны чуть уменьшить. Длину волны можно также увеличить. Ну и если хотим, скорость этих волн мы также можем регулировать при помощи Wave Speed. Например, если сейчас мы смотрим на единицы, вот так вот все плавненько у нас перетекает, то, не знаю, там на 12 это будет выглядеть вот так. Поэтому единицы мне, например, достаточно. Также есть различные режимы в вкладке Pinning. Например, если мы None поменяем на All Edge, это значит, что у нас края перестанут искажаться. Например, переходим. Как видите, они прямые, а все, что в центре и ближе к центру, у нас будет искажаться. Также другие различные варианты, типа когда центр не искажается, а края искажаются. Ну и в целом можете поиграть как вам угодно. Слева не искажаются, справа не искажаются, сверху, снизу и так далее. Например, я оставлю None. Уже можно заметить, что всего лишь один эффект, минимум изменений параметров, и картинка анимируется, и уже не скажешь, что это
была картинка. Также для красоты я бы еще раз добавил здесь glow. Опять изменил некоторые параметры. Какое-нибудь свечение вот такое прям. И можно даже saturation максимум поставить. В целом что-то такое у нас получается. Ну и теперь, чтобы придать глубину этому анимированному фону, например, чтобы в центр ставить как-то красивый текст, я предлагаю сделать следующее. Получается, изменяем позицию этой картинки вот так вот вниз. Можно здесь найти инструмент под названием Save Merging. Если его у вас нет, вы можете нажать плюсик и найти его здесь. И просто перетащить, левой кнопкой мышки зажимаете, перетаскиваете сюда. Он здесь появляется. Для того, чтобы понимать, где у нас центр. Видите, слева, справа. Либо, если хотите, вы можете использовать инструмент Rulers. Вот они вот здесь есть, Show Rulers. Я перетаскиваю сюда. Включаю Rulers, и теперь я могу вот так вот в центр прям поставить эту линию. И слева перетащить также линию, чтобы понимать, где у меня центр по вертикали и по горизонтали. Далее мы позицию этой картинки изменяем вот так, например, правой кнопкой мыши Nest. Теперь можно продублировать эту анимированную картинку зажатой клавишей Alt. И на верхний слой мы добавляем эффект под названием, можно написать Vertical. Во вкладке Transform Vertical Flip. Переносим, тем самым получается у нас вот такой вот интересный эффектик. Ну и на верхний слой мы можем вообще сделать так, что режим наложения поменяем на скрин, чтобы у нас появилась нижняя часть. Потому что если мы поставим Normal, то нижняя часть вот здесь сейчас обрежется. Вот видите? Чтобы не обрезалось, мы просто делаем скрин. Никаких масок, чтобы не создавать. И, пожалуйста, у нас теперь есть вот такой вот анимированный прикольный фончик. Также захотели, какой-нибудь текст написали. Можно перейти в Essential Graphic и здесь отцентровать при помощи вот этих вот кнопочек наш текст. И, пожалуйста, теперь получается вот такая вот красота. Да, и, кстати, все фоны, которые прямо сейчас мы с вами создаем, я выкладываю в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании, абсолютно бесплатно. Скачивайте, пользуйтесь, я буду только рад. Ну и также, если необходимо, можете приобрести еще плюс 10 потрясающих, невероятных, красивых фонов, которые я сделал в After Effects, всего лишь по цене чашки кофе. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь давайте вернемся в пример и создадим третий анимированный фон. И для этого я уже взял вот такую картинку, никаких эффектов тут нет. Единственное, что здесь есть какой-то вот такой вот watermark. Мы сейчас чуть скернем вот так вот, чтобы его не было, и в целом можем продолжать. Сразу накинем glow, мой любимый glow. Так, параметры опять меняем, яркость увеличиваем, и glow можно прям на максимум бахнуть, вообще красота. И теперь давайте анимируем scale и поворот этой картинки. Например, rotation ключик ставим, scale ключик ставим. Через 5 секунд мы переходим и меняем эти параметры. Например, делаем вот так, и scale мы делаем вот так. Получается что-то вот типа того. Да, конечно, все это как-то квадратно, не очень красиво. Сразу видно, что просто меняется scale и поворот. Поэтому сейчас закидываем эту картинку в Nest и переходим в вкладочку эффект. В папке distort мы находим эффект lens distortion. Применяем его на эту картинку. И теперь здесь нужен один только параметр под названием curvature. Curvature, не знаю, как правильно. Если мы увеличиваем значение этого параметра, у нас картинка приобретает такой вид фишая. Но если мы уменьшаем, края у нас растягиваются. Интересный эффект получается. Поэтому давайте примерно вот, наверное, вот так я оставлю. И теперь благодаря тому, что внутри Nest у нас картинка всячески изменяется, этот Lens Distortion, накинутый сверху Nest, он будет давать всячески различные искажения. И давайте посмотрим, как это выглядит. То есть теперь линии у нас всячески изменяются. Тем самым складывается ощущение, как будто мы анимировали эти линии. Если нас такой вариант не устраивает, мы можем перейти в Nest и на эту картинку закинуть какой-нибудь еще эффект из вкладки Distort, например, Twirl. Так, перекидываем. И сейчас здесь во вкладке Twirl ставим ключик на Angle. И через 5 секунд мы делаем так, что мы будем закручивать центр этой картинки. То есть сейчас вот так вот делаем. Оп, как вы можете заметить, прям картиночка красиво искажается. Давайте градусов, не знаю, 180 вот так поставим. Давайте, наверное, сделаем не плюс 180 градусов, а минус 180 градусов. То есть картинка у нас как будто бы вращается в одну сторону, а эффект закручивает эту картинку в другую сторону. Тем самым мы получаем вот такой вот прикольный эффектик. И вот это выглядит уже действительно неплохо. Ну и вот при помощи всего лишь нескольких стандартных эффектов в Adobe Premiere Pro мы создали с вами три интересных, красивых, я считаю, фона для различных ваших проектов, видео, ну и кто куда это применит, я не знаю. Так что, если вам понравилось это видео и оно было вам полезным, ставьте лайк, не забывайте подписывайтесь на канал внизу и подписывайтесь на Telegram. Там бывает выкладываю что-нибудь интересное, какие-то анонсы грядущих выпусков, какие-то опросы. В целом, ладно. Увидимся в следующем видео. Пока.